Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня салат «Водолей». Он так называется, наверное, потому что в состав его входит консервированная рыба. Дополнен он также маринованным огурчиком и сыром. Аппетитный салатик, сытный, подойдет для праздничного стола. Подготавливаю ингредиенты к салату. С консервированной рыбы сливаю отвар, у меня это скумбрия. Можно заменить на любую другую рыбную консерву. С помощью вилки измельчу на небольшие кусочки. Сыр натру на крупной терке. Яйца разделю на белки и желтки. В отдельности натру на крупной терке белок и желток. Авокадо у меня средней спелости. Также натираю на крупной терке. Если оно очень мягкое, можно просто размять вилочкой. Его я слегка подсолю и сбрызну лимонным соком, чтобы он не потемнел. Зеленый лук мелко порежу. Маринованные огурчики, у меня они достаточно мелкие, порежу просто кружочком. Если огурец более крупный, его можно порезать соломкой. В майонез добавлю, натертый зубчик чеснока и немного поперчу. Салат выкладывается слоями. Для этого мне понадобится тарелка, но и бока которой я застелила пищевой пленкой. Первым слоем будет сыр. Его я утрамбовываю, смазываю майонезом. Далее зеленый лук. Также смажу немного майонезом. Кружочки огурца тоже смазываю майонезом. Желток, немного майонеза и снова кружочки огурцов. Теперь консервированная рыба. Каждый слой необходимо хорошенько уплотнять, выравнивать. Слой майонеза и снова маринованный огурец. Поверх ровным слоем выкладываю белок яйца. Слегка смазываю майонезом и в конце авокадо. Разравниваю его и также смазываю небольшим количеством майонеза. Теперь салат аккуратно переворачиваю на сервировочную тарелку. Снимаю пленку. Теперь вверху оказывается сыр, его я слегка сверху смажу остатками майонеза. Салатик можно украсить по желанию. У меня это перья зеленого лука, веточка укропа и ложка красной икры. Салатик получается достаточно сочным, аппетитным, с приятной хрустинкой и кислинкой огурчика. Надеюсь, что и вам этот салат придется по вкусу. Мне же остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего всем здоровья. До новых встреч на видео!